Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Джано Самаюктам Бинда Ванам Ванча калпатору вешки пасинду вевечо, патитаананг павуне бхавишнабхибхьо намо нама. Мукам кароти вачалам пангум ланхайтигирам, ятки патам анг ванди парамананда мадхавам. Бриндавай тулсидевай пиявай кесавасача. Шна бхакти паде деви сатва баттвай намо нама Нараяна намаскритта нарам чайва нараттама Девин сарасватин вясам тато жайо мудират Санкиртане Кришна катхопадеш Гаурия патрасья пракасане ча Садануракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамадакша Джагодвараньо Дхайям Сада Парибхавагнам Авиштадохам Тетас Падам Сива Виранчинатам Сараньям Бхитаттихам Панатапал Бхавадивотам Панде Махапурушате Чаранаравиндам Ядпад паллавана качандамани чатай Биспуриджита кемапива гопиваду свадарши Пурнану рагара сосагару сарумурти Сарадхикамай кадакхивам каруши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Аджану ламбита фужоу канука бодато Шанкетаной капитару камала ютакшо Вишам бару дижа бару жугодар вапалу Банде жагат прия кару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Муктин Ча Муктин Ча Дадасинитам Бхавануруппена саданаранам Ганга таранга рамания джата калапам Гоури нирантара вибушита бхама бхагам Нараяно прияманага мадапхарам Варанаси пурапати бхажавишанатам Баги шаджушо бадани, Лакшми риджаса чабакшаши, Джасясте хиде самбид, Твам нишинга махам бхаджи. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе
татхасья бхавет бандхо бандхасья анна прасангатаха Ясит сангьяди ятха пангсо татха татсанги сангатаха На татхасья бхавет бандхо На татхасья бхавет бандхо бандхасья анна прасангатаха Ясит сангьяди ятха пангсо татха татсанги сангатаха Гаурия Гоштипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами, Такур Прабхупад, Джагадгуру сказал, будучи гаудиями, мы обязаны поддерживать некоторые характерные особенности. Шрила Прабхупад сказал, мы гаудии, и мы должны поддерживать, следовать некоторым особенностям. И что же это за особенности? О чем говорит Прабхупад? Особенности, касаемые Сиддханты, а также севы, служения. Итак, мы постоянно должны поддерживать особенности Сиддханты. То есть мы постоянно должны говорить об апракрита джагат, не так, как это делают сахаджи, смешивая все. Это наставление, которое дает Прабхупад, что единственная обязанность ачарьи защищать, обеспечить полную защиту сиддхантавани, то есть сиддханта-вичар, сиддханте, философия. В то же самое время мы должны поддерживать стандарты служения. Очень с большой точностью, с большой осторожностью и вниманием мы должны относиться к служению. Путь, который указан Бхактивинода Такуром и нашей Гуру Варгой, Шат Госвами, мы должны следовать им, совершать служение в соответствии с тем, как нас учат наши ачарьи. Сиддханта, когда она применяется, когда воплощение сиддханты — это служение, сева. А сева — это, например, харикатха, а харикатха — это сиддханта. Итак, мы постоянно хотим поддерживать сиддханта-вичар, стандарты сиддханта-вичара. Та шлока, с которой я начал, очень важна. Она приведена из Бхагавата Махапурана. Там сказано. Постоянно повторяйте следующее. Помните о этом наставлении. Необходимо отказаться от асад-санги, от неблагоприятного общения. Прежде я уже много раз говорил о том, что асад-санга, сахаджия-санга, майя, может прийти к вам различными путями. Разными путями это может прийти к вам, чтобы заставить вас пасть. И поэтому необходимо быть очень внимательным. Мы находимся в обусловленном состоянии из-за влияния майи. Мы очень хорошо знаем об этом. Но Прабхупад говорит, если вы хотите жизнь за жизнью потратить в сражениях с майей, то есть, если вы будете пытаться жизнь за жизнью преодолеть майю, в этом нет никакого смысла, потому что баджан не начнется. Если жизнь за жизнью будет уходить, проходить в нашей борьбе с майей, когда же мы начнем истинный баджан?
различные темы, поэмы. И мы видим, что они могут стать причиной нашей обусловленности. То есть много факторов, из-за которых мы обусловлены, существует. И самая главная причина обусловленности — это неблагоприятное общение, асад-санга. Йошит-санга. Пумса в этом стихе означает дживатма. Пур — это деха, тело, храм. Дживатма может больше всего обусловить дживатму может йошит-санга, неблагоприятное общение. Тот, кто получает неблагоприятное общение, тот, кто дает это неблагоприятное общение, тот, кто принимает его. То есть йошит подразумевается под это обширное понятие, это не относится только к мужчинам или к женщинам. Пратиштха йошит, камени йошит, много различных категорий, объясняет Прабхупад. Он говорит, то, к чему вы испытываете влечение, например, деньги. Деньги становятся йошит для вас, когда вы прикладываете чрезмерные усилия для накопления денег. А также, если женщины испытывают влечение к мужчинам, это также проявление йошит-санги. Лаба, пуджа, пратиштха. Много разных проявлений, видов йошит может прийти к вам и заставить вас пасть. Те, кто также те, кто общаются, те, кто находится под влиянием йоши, также опасны для нас, общение с ними опасно. Рагануга бхакти редки, а также рагануга бхакти. Это очень серьезные вещи. Если мы заинтересованы в совершении рагануга бхаджана, если мы хотим по-настоящему совершать рагануга бхаджан, прежде всего необходимо отказаться от асад-санги. От любой асад-санги, которая в какой бы форме она ни приходила в нашу жизнь, необходимо отказаться от нее. В противном случае в нашей жизни возникнут большие проблемы. Шрила Бхактивинода Тхакур цитирует одну шлоку из Шримад Бхагавата Махапурана, из первой песни. Она очень важна. Он говорит... Цитирую эту шлоку, Бхактивинода Тхакур говорит. Парампуруш, Бхагаван. Кто может понять
Как обрести лотосные стопы Бхагавана? Бхагаван скрывает себя, покрывает себя майей, скрывает себя с помощью майи. То есть между Бхададживой и Бхагаваном существует завеса, это майя, как я уже объясняла. Да, если кто-то сможет удалить этот экран, в таком случае он обретет связь с Верховным Господом. Это майя, этот экран, это завеса, это препятствие. Парампуруш. То есть тот, кто достигнет лотосных стоп Бхагавана, только Нишкапат может достигнуть лотосные стопы Бхагавана. Тот, у кого нет лицемерия. Без всякого лицемерия. Тот, кто следует пути, указанному Гуру Вайшнавами, тот, кто совершает баджан, тот сможет преодолеть завесу майи. Тот, кто совершает баджан Верховному Господу для того, чтобы удовлетворить его, также, как мы знаем, я уже об этом много раз говорил, Если Анантадев проливает свою милость на кого-то из своей беспричинной милости, All I submit. Sarvatmana asrita pada. Nothing left. Все я отдаю Господу. Не осталось ничего, что я мог бы назвать своим. Всем сердцем. Поет Шрила Бхактивинода Тхакур. Пишет Бхактивинода Тхакур. Всем сердцем. Без лицемерия. И только в таком случае мы сможем пересечь бесконечный океан майи. И для таких личностей вопрос «я и мое» не возникает. Он автоматически отпадает. Временное тело, то есть тот, у кого нет привязанности к ложному, к временному телу, только такая личность может пересечь океан майя. Те, у кого нет концепции «я и мое». Те, кто не думает, что они — это тело. Потому что в любой момент собаки и шакалы могут съесть это тело. Из-за материального тела мы испытываем... Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, в нашем обществе мы видим тех, кто якобы представляют собой дхарму, представляют дхарму, представители дхармы, но в действительности не следуют этому.
не следуют харме, сами не следуют ей. Прабхупад говорит на Бенгале. Обусловленные души находятся в обусловленном состоянии. Но если кто-то, кто якобы какой-то представитель дхармы, в действительности не следующий ей, который просто совершает бизнес, то есть делает бизнес, если такая обусловленная душа придет в общение с таким представителем, она будет увеличивать свою обусловленность. То есть эта обусловленность свяжет ее по рукам и ногам. То есть обусловленные души те, кто находится, то есть и сами йошит, те, кто преследует какие-то корыстные цели, и те, кто получает их общение, оба они падают в океан Майи. И, возможно, такие ложные представители хорошо в своем киртане Бхактивинода Тхакур пишет. Время от времени очень замечательные места можно увидеть в киртанах Бхактивинода Тхакура. То есть много-много Шрила Бхактивинода Тхакур написал прекрасных киртанов, но никто не заинтересован в том, чтобы их читать в наше время. Итак, если кто-то приходит в общение с таким ложным представителем дхармы, определенно, совершенно точно, что он падет. Бхактивинода Тхакур говорит, что гораздо лучше общаться с вишаями. С вишаями. Как это сказано в шастрах, общение с ними запрещено. Но, тем не менее, Бхактивинода Тхакур говорит, да, это опасно, но это лучше. Я уже говорил много раз, лучше выпить стакан яда, чем получить асатсангу, общение с неблагоприятное общение. Те, кто хотят пересечь материальный океан, и те, кто хотят обрести служение в трансцендентной дхамме, для них видеть вишаи материалистов. Более опасно. То есть очень опасно. Йошит, как я уже объяснял, что для женщины мужчина является йошит. Это речь идет не только о мужчинах, то есть о любом проявлении материального влечения. Сандаршан, даршан означает видеть. Садаршан имеется в виду с ностальгическим настроением. Если вы в настроении наслаждения совершаете такое общение, это очень опасно. Но Бхактивинода Тхакур объясняет, что тем не менее вишая санга это лучше, чем общение с ложными представителями дхармы. Нет ничего более опасного, чем такая санга. Потому что осознанно или неосознанно вы
отпадете от этого общения. И такие ложные представители очень лицемерные. Они готовы обмануть весь мир. Они принимают саньясу, одежды саньясы, брамачари, занимают положение ачарьев, так же, как Равана. И для того, чтобы исполнить свои корыстные желания, они затевают разные планы и хотят обмануть весь мир. Поэтому для нас очень важно понять, как избежать асатсангу, которая невероятно опасна. Вчера я говорил о том, что мы должны следовать постепенному процессу баджана для того, чтобы достигнуть успеха в нашей жизни. Для того, чтобы достичь успеха в нашей жизни. Много раз Прабхупад говорил, что те, кто не достигли такой платформы, подобающей платформы, не должны начинать расабаджан. Те, кто не достигли возвышенной платформы, не должны начинать расабаджан. Совершенно не должны. То же самое говорит Парамбуджапад Кешава Госвами Махарадж. Пока вы не достигли необходимой платформы, расавичар татва закрыта для вас. Это то, о чем говорят нам шастры. И Шрила Бхактипрагьян Кешава Госвами Махарадж, наши предыдущие ачарьи, все предыдущие расика ачарьи, Рупа Госвами, Арагунат Госвами, Гопал Бхатта Госвами, все они являют свой пример. И какой же пример они хотят явить нам? То есть их жизнь — это открытый пример для нас. Поэтому поистине разумный человек полностью отказывается от неблагоприятного общения. Абсолютно. И вступает в сад сангу, то есть ищет благоприятного общения. Тут говорится о том, что нужно делать и что запрещено. Также Гуру Падма часто говорил об этом стихе. Правило заключается в том, что необходимо постоянно памятовать о Бхагаване. Постоянно памятовать о лотосных стопах Верховного Господа, а также Гуру Вайшнавах и Святой Дхаме. Мы никогда не должны забывать о них. Момент, когда вы забываете об этом, майя приходит к вам. Итак, для того, чтобы понять, что такое бхакти пратикул, что благоприятно для бхакти, в Бхактирасамрита Синду приведено много объяснений. Необходимо принимать то, что благоприятно для бхакти, и отказываться от того, что неблагоприятно. Бхакти анукул матро карджа расика, бхакти пратикул кармо барджан андикар.
Никто не может искусственным путем начать совершать рагануга баджан. Гораздо проще. Очень легко просто назвать себя последователем Рупы Госвами, сказать всем, заявить, что я Рупа Нуга, преданный, что я последователь Рупы Госвами. Но в соответствии с качествами, то есть если посмотреть на качество такой личности, его заявления могут быть пустыми словами. Трансцендентная сварупа Рупа Госвами, Рупа Манджари. То есть тело Рупа Госвами также трансцендентно. Его сварупа постоянно присутствует, вечно существует в Гора Лиле, но также его сварупа — это то есть Рупа Манджари во Вриндаван Лиле Рупа Госвами, а в Гауранга Лиле он Рупа Госвами Пад. Итак, будучи последователем Рупы Госвами, как же я могу быть последователем Рупы Госвами? То есть, будучи последователем Рупы Госвами Пада, как же я могу избегать, не следовать, не обращать внимания на наставления Рупы Госвами, на его же наставления? Если я провозглашаю себя настоящим Рупаногой, будучи последователем его, как возможно игнорировать его наставления, нарушать все его правила, все правила и предписания, данные им? Какая нам нужна квалификация? Подлинная квалификация, потому что без нее мы ничего не сможем сделать. Человек, который привязан к сиянию в Чайтанья Чаритамрите. Прабхупада Сарасвати Пад пишет, и также Кришнадас Кавираджа Госвами пишет. Vaigunna kita kalito, paishanna brahna piruto, dainarna ve nimagna hamsi chaitasi chaitanna vaidyamasvai. Vaigunna kita kalito, paishanna brahna piruto, dainarna ve nimagna hamsi chaitanna vaidyamasvai. Как мы уже знаем, если мы хотим стать последователем Гауранги Махапрабху, необходимо обрести тринада пи пхаву, настроение смирения. Те, кто привязаны к сиянию, к сиянию, исходящим от лотосных стоп последователей Гауранги Махапрабху, квалифицированные, уже сами по себе квалифицированные. Мы не можем имитировать их. Прабхупад Бхактивинода Такур и вся наша Гуру Варга говорят. То есть все они являются рупанугами. Все представители нашей Гуру Варги — рупануги. Даже самые...
То есть отречение, контроль чувств, медитация и другие замечательные качества присутствуют в преданных Вишну. Положение Рупануг описано Шрила Сридхар Госвами Махараджем в книге «Шри Гуру и его милость». Последователи Шри Рупы те, кто обладает уникальным вкусом к служению Шримати Радхарани, в лагере Шримати Радхарани. Там нет даже намека на мирскую эксплуатацию и отречение. И нет узаконенной шастрика преданности. То есть, имеется в виду, что преданность не может находиться под контролем никаких законов. Поэтому Рупануга преданные пересекают Рагануга Марг и входят в этот баджан. Поэтому Шридхар Госвами Махарадж говорит, что преданность не может контролироваться никакими законами, потому что она спонтанна, автоматично. Имеется в виду, автоматически происходит. И высочайшее проявление любви возможно лишь в лагере Шримати Радхарани, и эта любовь распространяется лишь из лагеря Шримати Радхарани, и любовь эту нельзя сравнить. То есть на нее не действует ни время, ни место. Те, у кого нет понимания о том, что есть Вишуддха Гаудия Бхаджан, думают по-другому. Они думают, что наша Гуру Варга дает наставления, но они не полны, они неполноценны, необходимо перепрыгнуть через них и начать Рагануга Бхаджан. Те, кто думают, что пранали, что Бхаджан Шуда, то есть то, что дает нам Ачари, они думают, что это неполноценно, и поэтому они привносят что-то новое. И таким образом они закрывают глаза на Гуру Варгу, тем самым оскорбляя их. Кешава Госвами Махарадж говорит, что
такие люди никогда не ощутят даже запаха Рагануга Баджана. Они никогда не смогут обрести чистой браджа расы. Это очень опасно. И такие пракрита сахаджи, материальные сахаджи, или какие-то представители бесполезных сампрадай думают, что даже обладая большим количеством анарх, мы легко можем начать Рагануга Баджан. Они думают, что лишь паракия раса самая лучшая, а на все остальные не закрывают глаза. Как Шанкарачарья. Отдельные слова собрал из писаний, отдельные отрывки. И представил их под Рагануга Баджаном. И И сампрадая группы, которые очень глупы, ленивы. Они не хотят понять, что такое Рагануга Баджан. Они садятся в уединенном месте и начинают повторять харинам. Об этом говорит Шрила Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж. Так они показывают всем, что они якобы тринадапи, что они смиренные, что они совершают уединенный баджан, повторяют харинам, поэтому они сида махатмы. Но такого рода уединенный баджан, если они будут памятовать о Кришна-лиле, это просто искусственный процесс. Они не смогут по-настоящему памятовать о лилах Кришны. И Вишванатха Чакраварти Пад также часто говорит о том, как они такие люди, они учатся, то есть практикуют, как плакать искусственно, как актеры. Практикуют плач. И таким образом они никогда не смогут начать Рупануга Баджан. В соответствии с тем, что говорит Рупа Госвами под своей Упадешамрите, если мы не сможем вовлечь себя в постоянное служение, если мы не можем постоянно совершать служение под руководством Расика Ачарьев, мы не разовьем Самбанда Гьяну. И если нет Самбанда Гьяны, как мы поймем, что такое Рупануга Баджан? Разные виды анартх, как пишет Бхактивинод Такур, существует четыре вида
анартх. А также каждый из этих четырех видов, из четырех категорий, имеет подразделение. То есть четыре вида разных анартх существует. Первое — хридая дурбалья. Апарадха, асатришна, татва вибрама. Первое — асатришна. Это четыре вида, то есть четыре вида замешать, четыре вида обмана, самообмана. И Прабхупад говорит, те, кто находится на уровне садханы, если они пытаются доказать всем, что они ситхи, Бхактивинода Тхакура пишет об этом на Бенгали. Если кто-то, находясь на стадии садханы, думает о себе как о ситхе, это очень опасно. Очень и очень опасно. Те, кто одурманены майей, обладают четырьмя видами анартх — асатришной, хридая дурбалья, сваруп вибрам. Итак, сваруп вибрам, татва вибрам — это неправильное понимание, непонимание того, что есть сварупа. Мы знаем, что многие провозглашают себя как татва-гьяни, но их поведение, их дела показывают, что в действительности они помнят, они знают татву, но они не понимают ее, не осознают ее. То есть, если у вас нет реализации татвы, ваше знание, ваше понимание ее несовершенно. Многие знают татву, шастры, но это не говорит о том, что они рупа-нога-бхакты. Гаур-кишор Баба являет практический пример, несмотря на то, что он не знал. Он не помнил шлоки из Уджила Ниламани. Тем не менее, он постоянно совершал баджан. Итак, сварупа татва вибрам, то есть незнание, непонимание татвы сварупы. Итак, Бхактивинода Тхакур описывает четыре подразделения в этой категории. Сва-татва, то есть непонимание того, кто я есть. Если бы не было такого недостатка, то почему бы люди стали под именем Рагануга Бхакти стали делать различные нехорошие вещи под именем Паракия Расы? То есть это их дела показывают, что 100% они обладают этим недостатком, не понимают, кто они есть на самом деле. Пара-татва — это Бхагавата-татва, и это второе подразделение. Нет понимания того, кто есть, что есть пара-татва, что есть Господь. Кто есть Господь? Если бы они поняли, что есть парататтва, они бы почувствовали невероятное влечение к нему, но они испытывают влечение к майе.
а не к Богу, не к Господу, не к Бхагавану. Пара-таттва — это Бхагавата-таттва. Когда Махапрабху пошел в Бангладеш, Тапан Мишра, отец Рагхунатха Бхатты, Тапан Миша увидел сон, а на утро он отправился искать Нимая. Куда бы Махапрабху ни приходил, он говорил всем одно и то же. Он говорил о нам санкиртане. Повсюду и всем он давал наставление повторять, совершать нама санкиртану. То есть садхана и садхи. Садхана — это процесс, а садхи — это то, что мы пытаемся обрести с помощью этого процесса. Итак, это третье подразделение, то есть непонимание садханы и садхи, процессы и нашей цели. Виродхи вишая. Препятствия, которые могут возникнуть. Если мы не знаем о негативном, что может возникнуть на нашем пути, мы не поймем позитивные вещи. То есть, если мы не понимаем, что такое темнота, мы не поймем величие света. Необходимо знать, что есть темнота, для того, чтобы понять, что есть свет. Вироди вишая — это то, что противоположно бхаджану. Если у вас нет точного представления о том, что есть бхаджан, вы можете легко пасть. Вот это четыре вида замешательств, четыре вида невежества. Асат Тришна. Тришна значит вера, но тут речь идет о сильном желании, переводится как сильное желание, то есть жажда обрести неблагоприятные вещи. Бхактивинода Тхакур пишет: Paratrik ohik. Ohik means when you are living in this material world, different kind of. Живя в материальном мире. Когда мы хотим обрести какую-то экстрасилу, какие-то локайшана, битта
То есть желание, что все, чтобы люди поклонялись мне, почитали меня. И вот эти желания материальных вещей. То есть асат-тришна — это желание материальных вещей, аморальных, нехороших вещей. И само стремление к мирной жизни тоже попадает под эту категорию, также желание денег и славы. После того, как человек оставляет тело, они люди хотят отправиться на райские планеты. Они хотят, чтобы даже после смерти им поклонялись. То есть даже после того, как они оставят тело, они думают о том, что произойдет с ними после того, как они оставят тело. Они хотят обрести наслаждение даже после смерти. И эти желания приносят им много проблем. Также они хотят обрести сверхспособности, какие-то силы, какое-то могущество. Могущественные вайшнавы автоматически получают эту силу, но они ничего не ожидают от Бхагавана, то есть она само собой приходит к ним. Но Бхададживы, они мечтают об этом. Мукти — это освобождение. Если бы... То есть это стремление избавиться от проблем. И четыре вида асат-тришны заставляют джива претерпевать бесконечные проблемы. Так что джива не может совершать баджан. Но много-много проблем может прийти на путь джива, который пытается совершать рагануга-рупануга баджан. Но по милости гуру вайшнавов мы можем преодолеть все проблемы. И начать истинный баджан для того, чтобы удовлетворить Верховного Господа, войдя в трансцендентный мир. Также существует четыре вида аппарат, которые объясняет Шрила Бхактивинода Тхакур. Как
Когда мы повторяем харинам, мы совершаем оскорбление. Если мы не верим в харинам, это намапарадха, как в случае с Харидас Такуром в Сатьяграме, когда Хиранья Гавардхан, то есть Намачарья Харидас Такур рассказал Харикатху, прославляя харинам. И в это время с ним начал спорить один человек. Он сказал: ты все на эмоциях говоришь. Что он может дать харинам? Только лишь... То есть ты просто даешь какие-то сентиментальные, эмоциональные лекции. Но Харидас Такур нисколько не разозлился на него. Он повторял вновь и вновь: почему ты не веришь? Почему ты не можешь поверить в то, что я говорю? Харинам содержит в себе бесконечное могущество, обладает бесконечным могуществом. И все стали предупреждать этого человека, который бросил вызов: ты, что ты делаешь? Это же сам Харидас Такур. Если Харинам не обладает таким могуществом, сказал Харидас Такур, если то, о чем я говорю, неправда, ты должен... Я отрежу свой нос. Если ты не прав, ты должен отрезать. И таким образом... Этот человек совершил оскорбление лотосным стопам Харидас Такура. Так он совершил апарадху святому имени, а также лотосным стопам Харидас Такура из-за своего неверия. Итак, апарадхи могут быть совершены против святого имени, а также против Кришна Сварупы, когда преданный, когда человек не верит в то, что Кришна вечно существует. Это философия Майявади, оскорбительная. Майявади не верят в то, что Сварупа Кришна Нитья, вечная. То есть существует апарадхи против святого имени, против Кришны Сварупы, не веря в то, что он вечен, а также апарадхи против лотосных стоп преданных. Если у вас есть четкое понимание, вы будете знать, что даже то есть, если вы, члены вашей семьи преданные, вы не должны оскорблять их. Если вы совершите оскорбление против преданных, вы начнется процесс деградации. А также оскорбление других людей. Оскорбление людей. Если вы ведете себя неподобающим образом с окружающими, это оскорбление. То есть имеется в виду, подразумевается те, кто не является преданными. Необходимо посмотреть на поведение Удава Махараджи, как он вел себя с Дурьотханой. Он не вел себя неподобающим образом, несмотря на все обстоятельства.
Очень почтительно, уважительно он беседовал с ним. Удава Махарадж думал, что я должен предлагать дандават Кришне, который находится в сердце Дурьотханы. А Дурьотхана думал, о, я же царь, вот он мне и кланяется. Таким образом, те, кто не являются преданными, то есть, если мы оскорбляем непреданных, все равно проблемы могут возникнуть так, что наш бхаджан затормозится. Слабость сердца. Хридая дурбалья. Речь не идет о сердечном приступе. Тут говорится о осквернении, которое находится в сердце. Существует четыре вида осквернения сердца, слабости. Много проблем в сердце. Речь не идет о слабости сердца как человеческого органа. Речь идет о слабости характера. Первое — туча сакти. Туча сакти. Кутинати. Лицемерие. Если кто-то развивает, близость с тем, что не имеет связи с Кришной. То есть, если привязанность с тем, что связано с Кришной, нет в этом никаких проблем. Но то, что нельзя применить к служению Шри Кришне, то есть привязанность к вещам, которые никак не связаны с Кришной и служением Ему. Это могут быть небольшие вещи, то есть совершенно тонкие. Те, кто совершает баджан, им необходимо обращать внимание на детали, иначе вся жизнь будет потеряна. То есть кутинати — очень тонкие вещи. Следующее — проявлять насилие. Это очень опасно. Такое настроение, настроение насилия. Те, кто оскорбляют окружающих ради своего возвышения, чинят проблемы окружающим. Это вторая разновидность. Следующая, третья, пратиштха. Это самое опасное. Мы можем разглядеть дефекты нашего сердца, недостатки нашего сердца, но это сложно увидеть пратиштху. Мастерджо —
Мацария — это зависть. Когда вы не можете видеть благополучие других, как кто-то получает какое-то что-то хорошее в жизни, вы не можете видеть это, что кто-то преуспевает. Это зависть. То есть из-за зависти порой люди хотят остановить харикатху, не хотят слышать то, что опасно для его репутации. Все это, то есть такими людьми руководит мацария. Мацария настолько опасна, что мы можем привести этому множество примеров. Из-за мацарии люди даже готовы отравить. Как в случае с Рамануджачарьем, с просадом, в просад был подмешан яд. Его хотели убить также в лесу. Все это из-за зависти. Потому что Рамануджачарья, то есть гуру, духовный учитель Рамануджачарьи хотел убить его, потому что он завидовал ему, потому что он понимал, что тот гораздо возвышеннее, чем он. Он понимал, что очень скоро этот юноша, молодой мальчик, превратится в прекрасного гуру, могущественного гуру. Так что я не смогу сравниться с ним. Поэтому он хотел убить его. Много-много попыток он предпринимал. Но, тем не менее, он не смог, потому что если Бхагаван защищает, никто не сможет убить его. Никто не сможет убить. В слиянии трех рек, Ганги, Ямуны и Сарасвати, Рамануджачарья отправился принять омовение в Тривене. Дорога шла, пролегала через лес. Посреди пути они захотели, то есть спутники Лакшмана Дешики захотели убить его. То есть Лакшман Дешика — это имя Рамануджачарьи. Говинда. Брат по материнской стороне. То есть все эти пороки очень опасные. Два из этих четырех очень важные, особенно важные. Мацария, Пратиштха. Это распространяется, зависть, мацария распространяется быстрее, чем корона, коронавирус. А по поводу пратиштхи говорится следующее. Рагунатдас Госвами говорит об этом, и Прабхупад также пишет. Jarira Pratishtha Sukari Vishtha. Those pure Vishnu always get to going to think this way. So anyway they never like to preach Rupanuga devotee, Rupanuga Bhajan. It's not a matter of preaching. It can never be preached. It's not a matter of preaching. So Rupanuga Bhajan нельзя проповедовать. Это не то, что можно донести до людей проповедью. Из-за своей пратиштхи, из-за желания пратиштхи, люди
идут неверным путем и сбивают с толку других людей. Итак, они, прикрываясь, то есть привносят множество опасностей, множество проблем на путь Харибаджана, Годи Баджана. Могущество, благодаря могуществу чистого киртана, благодаря киртану мы можем увидеть лилы внутри сердца. Таково наставление Прабхупады. Постарайтесь делать это. Когда вы будете совершать совершенный киртан, автоматически вы увидите Кришна-лилу, которая проявится в вашем сердце, как картинка. Очень ясно вы сможете видеть ее. Итак, Прабхупад говорит, что нирджан баджан недопустим для всех. Не каждый может совершать нирджан баджан. Проповедь Рупануга Рагануга. Невозможно проповедовать Рупануга Рагануга баджан. Это если кто-то заявляет, что он совершает подобный баджан, Прабхупад говорит, что это обманщики. Много раз Прабхупад говорит, что необходимо понять, что существуют две разные платформы. Первая — это платформа садхана, а вторая — ситхи. Те, кто... Если Бхададжива совершает ошибку, ведет себя неправильно, то есть, когда у нас нет правильного понимания, что есть садхана, что есть ситхи, Бхададжива автоматически становится пракрита сахаджией. Это происходит автоматически. Таким образом, если мы заинтересованы в Рупануга Баджане, я уже рассказала о том, как осветить анартхи, присущие нам, как с помощью, как Видимарга мы можем. И важное, что сегодня нужно обсудить. Если вы хотите совершать Рупануга Баджан, необходимо понять настроение Рупы Госвамипада, а также его последователей, таких как Бхактинат Такур, Рагунат Дас Госвами. Даже Санатан Госвами называет себя Рупанугой. Каждый называет себя Рупанугой, Прабхупад, Бхактинат Такур. Все они последователи Шри Рупы. Прежде чем начать, если кто-то говорит о Рупануга Рагануга Баджане, это не значит, что они уже достигли уровня, когда они совершают их. Рупануга Рагануга Баджан. Также множество проблем может существует. Много проблем в уме. Мы можем думать об одной сиддхадехе. Если вы не читали Киртана Бхактинат Такура, вы не поймете, о чем идет речь, но все это сказано в киртанах, также в Читанчаритамрите. Есть Видимарг, есть Рагамарг, и необходимо развивать Рагам. То есть в соответствии с тем, то есть кто-то вам может особенно нравиться, кому-то с кем-то вы можете испытывать родство из Враджаваси. То есть это не должно быть искусственно. Прабхупада
Прабхупад говорит, когда вы обретете вдохновение, исходящее из сердца, будете повторять Харинам постоянно, безостановочно, когда вы будете испытывать глубочайший вкус от повторения, в таком случае, говорит Прабхупад, вечная сварупа дживы проявится. И вы сможете понять свою собственную сварупу, группу, окружение, одежды, в которые вы будете одеты, ваши одежды, ваше служение, облик. Все очень ясно. И Прабхупад говорит, что искусственный процесс запрещен. И если кто-то обретет подобную возможность, он увидит все во сне, он может, он должен получить подтверждение от Гуру Варги. Искусственно никто не может дать эти осознания. Порой случается так, что ученик настолько возвышен. Что Расика Ачари, гуру, то есть автоматически это проявится в сердце. И в таком случае необходимо посоветоваться с Сида Махатмой, чтобы тот подтвердил подлинность реализации. Также случается так, что когда Гуру Дев очень доволен учеником, возвышенный Гуру Расикачари, он может видеть, то есть Гуру Дев видит сварупу ученика и может сказать ему о ней, как в Джавадхарме описано, Парамахамса Бабджа Махарадж, ученик его был Вайшнава Дас. В конце концов, то есть прежде он был Майвади, но сейчас он стал возвышенным преданным. Прежде, будучи Майвади, он знал все шастры, большим пандитом был. В конце концов, он стал преданным, получил имя Вайшнава Дас, получил инициацию от Парамахамса Бабджа Махараджа. Парамахамса Бабджа Махарадж привел его к своему гуру Деву. Нрисинхананда Брамачари. Для того, чтобы тот обрел милость. Получил милость. То есть, несмотря на то, что прежде он был пандитом Майвади, сейчас он стал преданным. Я обрел знания всех шастр. Все это знание помогало ему понять Сиддханта Вичар, как Сарвабхаума Бхаттачарья. Он был Майвади. Тем не менее, он обладал глубочайшим знанием, выдающимся знанием. Он был выдающимся знатоком шастр. Он был выдающимся знатоком всех шастр. Я не могу сказать, что все это было реализовано им, но тем не менее он обладал знанием. Поэтому он впоследствии смог понять Бхаву Гауранги Махапрабху. Все панды были разгневаны, когда Чайтанья Махапрабху бросился к Джаганнату в храме и упал прямо перед божествами. Но Сарвабхаума Бхаттачарья понял, он сказал, о, такая бава, она это недостижимо, невозможно испытывать такое чувство, такую бхаву. Это очень редко. В этом мире невозможно испытывать такую бхаву. Но в этом, ну, то есть этот юный молодой человек испытывает редчайшую бхаву. Но в этом материальном мире
Это недостижимо. Как же этот молодой человек, этот юный саньяси, испытывает подобное? Это говорит о том, что Сарвабхаума Бхаттачарья был выдающимся знатоком. Он не знал, что это Верховный Господь, тем не менее он осознал, что благодаря своему знанию он осознал, что тот, что то есть он смог получить подлинный даршан Махапрабху благодаря своему знанию. Точно так же, если кто-то наслаждается, кто-то получает милость Гуру Вайшнавов, он, если он не совершает апарадх, Вайшнава даршан очистит их, его. Только лишь Вайшнава даршан очистит. Только в том случае, если этот преданный не совершает апарадхи. Апарадхи — это большое препятствие. Но, то есть, Вайшнава даршан дарует успех. Как поется Даршана Павитра Коро. Омовение в реке Ганге. То есть для того, чтобы очиститься, необходимо принять омовение в Ганге. Но просто взглянув на Вайшнава, мы очищаемся. Как же... То есть Сарвабхаума Бхаттачарья был Майявади, тем не менее он смог распознать Махапрабху. Благодаря даршану Махапрабху, он, сердце его изменилось. Где он такой описывает уровень познаний Сарвабхаума Бхаттачарья? Он говорит, что тот знал в совершенстве все шастры. Но в конце концов он перестал быть, он перестал быть Майявади и стал великим Вайшнавом. То есть речь уже идет о Вайшнава Даси и Джавадхарме. И Бабджи Махарадж, его духовный учитель, был очень доволен ими. И одним ранним утром, прежде восхода солнца, когда солнце лишь заолело на горизонте, Арунадой называется это время. В это время в Мадхавилате, в Кунже, Баджан Кутире, Бабджи Махараджа, Вайшнавадас также совершал там харинам, и Бабджи Махарадж также совершал харинам чуть-чуть поодаль. Внезапно Парамхамса Бабджи Махарадж начал говорить. Называть его по имени, о Манджари, называя по имени, по его вечному имени. Прабхупад говорит, что порой такое происходит, что Гурудев может видеть вечный облик шишьи ученика. Как мы знаем из шастра, нет ничего более сокровенного. То есть нет ничего сокровенного, что Садгуру не мог бы открыть Садшишье. Он открывает ему все истины. То есть и Сварупу он также может открыть ему. Итак, Парамахамса Бабджи Махарадж говорит. Он зовет его по имени, он говорит, будь внимателен. Вринда Деви сейчас дает знак, сигнал, что какие-то беспокойства тут, что-то не так. И так он называет его по имени, описывая группу, которой тот принадлежит, в которой он служит. Как Сидда Мадхусудан Дас Бабджи Махарадж, прыгнув в Сурья Кунду,
он нашел там элемент украшения с короной Радхарани. Также Кришнадас Бабаджи Махарадж, Сидда Кришнадас Бабаджи Махарадж совершал баджан. Однажды, думая о себе как о глупце, то есть он думал о себе как о глупце, что он не может ничего понять. То есть, знаешь, что много-много примеров вышесказанному. Когда сахаджи исследует процессу, который неподлинный. Если у вас есть какие-то материальные желания в сердце, как можно распознать их? Что есть материальное, что есть апракрита желание? Я объясню это завтра. Если кто-то хочет следовать, то есть необходимо следовать Рупа Госвамипада, а также последователям Рупы Госвамипада. Если в сердце постороннее желание, прежде всего необходимо понять, что у нас нет права наслаждать свои чувства. Любые виды чувственных наслаждений допустимы лишь для Рады Говинды. То есть все наслаждения принадлежат Раде Говинде. Только они обладают правом наслаждаться. У нас нет даже намека на такое право. Мы не можем наслаждаться. Если я скажу, что я предался их лотосным стопам, этого недостаточно. Если вы скажете, что я предался лотосным стопам какого-то Расика Ачарьи, То есть этого недостаточно еще. Когда во сне, когда люди спят, есть три состояния сна. Первое — это когда они засыпают. Второе — когда то есть человек еще в сознании, он видит все прекрасно. Когда вы тут и там, то есть сушупти, сон, даже во сне вы не должны совершать никаких ошибок. Вы должны быть полностью, ваш ум должен быть полностью подчинен учению Рупы Госвами и его последователей. Мы должны быть всегда вовлечены в поиски того, как мы можем удовлетворить Рада Говинду. Постоянно необходимо думать о том, как мы можем удовлетворить Рада Говинду. Тогда и только тогда жизнь наша увенчается успехом. Как говорит Махапрабху, в таком лишь случае жизнь наша в материальном мире увенчается успехом. Как говорит Махапрабху, я забочусь о моем бесполезном теле, которое
настолько же бесполезно, как насекомое. Зачем? Зачем мне делать это? Абсолютно никакого смысла в этом теле. У меня нет любви к Кришне. Нет любви к Кришне. Даже мельчайшего проблеска прямо нет в моем сердце. Тогда о чем же ты, ну, почему же ты плачешь тогда? Для того, чтобы я выражаю таким образом отсутствие премы, свою тоску по преме, наверное. Я забочусь о своем теле, которое бесполезно, как насекомое. Зачем? Зачем я беспокоюсь о нем? У меня нет любви к Кришне. Я не чувствую, что, не видя лица Кришны, я умру. Нет у меня такого чувства. Так какой же смысл моей жизни? Итак, мы постоянно должны памятовать о том, как думать о том, как удовлетворить Кришну. Постоянно с каждым вдохом мы должны об этом размышлять. Когда я говорил об анартхах, я уже объяснял, что джива обладает тончайшим настроением наслаждения. То есть имеется в виду желание наслаждаться очень тонко. Оно может спать в сердце, как питон. Так что вы даже не поймете, что он находится там. В настоящий момент вы можете не видеть этого настроения, но как питон, внезапно он просыпается и чинит вам проблемы, предоставляет большие проблемы. Первое. Наслажденческое настроение мы можем увидеть очень легко. Иногда она спит, как змея, внешне никак не проявляясь. Как Джагананда Пандит. Внешне он показывает, что у него нет никаких проблем, что якобы все чувства под его контролем. Тем не менее, иногда это не проявляется внешне, то есть в очень тонкой форме, незримо находится в сердце. И в любое время, когда топливо подливается, она вспыхивает, как огонь, как пожар. И если кто-то показывает, обретает какие-то ситхи, я могу привести пример этому. В Чайтанья Гаудамадхи в Кришнанагаре я слышал это от Дамодар Махараджа, который прежде был руководящим настоятелем этого храма. Он ученик Шилы Бхакти Дайтамадава Госвами Махараджа. Он очень меня любил. И порой я навещал его, слушал Харикатху. Махарадж говорит, рассказывал, что в нашем матхе были преданные, был преданный, который говорил о себе как ученике очень возвышенного преданного Бабаджи. Порой он сказал, однажды он сказал, he is doing 3 lakhs harinam. You can put in signboard.
сказал, что надо написать объявление, что Бабаджи Махарадж повторяет три лакха святых имен и повесить. То есть он хотел... То есть он хотел, чтобы... То есть... Второй момент, что порой из Харинама, благодаря Харинаму хотят обрести. Харинам естественным путем, естественным образом дает ситхи. Но вы не должны пытаться обрести ситхи с помощью Харинама. Это очень оскорбительно по отношению к Харинаму. Вы никогда не обретете прему, если вы хотите использовать Харинам для того, чтобы преодолеть проблемы, для того, чтобы достичь деньги, обрести деньги, ситхи и так далее. Также мукти, желание избавиться от проблем с помощью Харинама. Первое — клеш огни. Второе — когда вы повторяете Харинам, то есть кто-то пытается избавиться от проблем с помощью Харинама. Мы должны понимать, что проблемы, которые приходят в нашу жизнь, приходят из-за наших предыдущих дел, по нашей карме. Рагануга Бхакта никогда не молится лотосным стопам Господа о том, чтобы тот избавил от проблем. Рагануга преданный никогда не жалуется. У него нет никаких жалоб. Если вы взрастите такую любовь, автоматически смирение и терпение придет к вам. Не нужно будет искусственным путем это как-то достигать. Все это, естественно, придет проявиться в вас. Итак, проблемы неизбежны в этом материальном мире. Много что может произойти, но это не говорит о том, что мы можем перестать совершать служение. Проблемы неизбежны. В материальном мире мы не должны ожидать никаких вечных наслаждений, потому что лишь бхакти вечное блаженство, может принести вечное блаженство. Также порой некоторые хотят показать себя как атмарам, показать окружающим, что они атмарамы. Это тоже плохо. Даже в Гите сказано, у вас есть право лишь совершать служение. Вы не должны ожидать ничего ожидать. Никаких желаний не должно быть у вас. Единственное, на что вы имеете право совершать служение. Практически не должно быть. Порой. Сукшма.
То есть преодолеть такие пороки, как влечение к женщинам, деньгам и так далее, можно преодолеть, но очень сложно преодолеть пратиштху. Кто-то может начать думать о себе как о Сидда Махатме. Поэтому Прабхупад много раз в своих писаниях Вайшнаваке он также пишет. Вы можете заглянуть себе в сердце, если какие-то осквернения вышеперечисленные присутствуют в вашем сердце. Не пытайтесь показать себя, не пытайтесь практиковать Рагануга Баджан, не пытайтесь. Когда все эти проблемы необходимо преодолеть, и тогда автоматически, как говорит это об этом Бхактивинода Такур, вы сможете обрести вечную свободу, наслаждаться вечной свободой. Вы обнаружите, что вы уже находитесь на уровне Рагануг. Но прыгать нельзя, нехорошо. Мы не можем запрыгнуть с одной платформы на другую. Бхактивинода Такур говорит, это очень важные вещи. На татхасу бхавет бандху, бандхасчанна пасангата, ясит сангат ятха пунсо, татха татсанги сангатаха, ванча калпатурвасья кипасинду вевача, патитанам паванам бхавишнабхьо нама.